Погода у нас сегодня вот такая, и идем мы впритык между островами, в пролив, там где посад, обещают такую же погоду. Дождливый день сегодня, дождливый. Дождливое лето у нас будет, Эль Ниньо все-таки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на нас в Телеграме, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Дзене, в Рутубе. Еще где-нибудь подписывайтесь на нас, обязательно поддержите нас донатиком. Все ссылочки в описании. А у нас дождливый день. Гремит еще гром и сверкает. Сейчас вот самый эпицентр проходим. Ну, в смысле, мы его не проходим, он слева от нас остается, с востока. А мы его проходим, надеюсь. Будем сейчас завязывать рифы заранее. Вышли из туч, кстати, ветер пошел. Надеемся идти под парусами. Нам красную или желтую? Желтую, да? Желтая — это верхний риф. Что это ты вдруг крутишь? Пошел ветер, открыли стаксель. Как только открыли, ветер скис до 3 углов. Убираем стаксель, чтоб не клопал. Ну, тут не 3, тут и 5 может быть, и больше, но он такой нестабильный, а у нас ветер нестабильный, у нас график. Нам нужно в определенное окно попасть, так как там
на юге, вот куда мы идем, на юге острова, обещают вот такое. И чтобы нам туда не попасть, нам нужно прийти в определенное время. Пойду. Зацепился за баллон. Пойти? Или я пойду? Да, я скажу. Держи, а ты пока расскажи там дальше. Нам нужно пройти вовремя срез острова, потому что обещают сильное ухудшение погоды, и у нас время с 2 часов до 6, когда у нас будет окно, чтобы мы смогли пройти без усиления ветра и без гроз. А мы не очень хотим в грозу и в 40 узлов проходить пролив между Доминикой и Мартиникой. Так что мы торопимся. У нас 37 узлов. Мы сняли стаксель, идем на зарифленном гроте и включили мотор, потому что очень сильно шквалит. Здесь вот один, и вот здесь другой. Второй. Ну второй вроде как уходит, а идет вот на этом. Вот этот нас хвалит. Очень, конечно, сильно море разволновалось. Но я вижу просвет. Мы должны пройти между двух этих шквалов, и должен ветер стабилизироваться. Не так сильно, конечно, будет дуть. Надеюсь. На самом среде острова свисток здесь. Смотрите, это срез Доминики, и как раз вот здесь вот цепляются облака, и у нас такой сильный ливень из-за этого скопления. В общем, смотрите, как льет. Обещают через 10 миль уже затишье. Мы идем на зарифленном гроте, он нам дает 4 узла, и мы чуть-чуть сейчас включили мотор, чтобы попроще было, а то что-то не очень хочется бороться с этой стихией, так что вот отсиживаемся тут. Поставили паруса зарифленные. Прошли шквалы. Ну, впереди они еще будут, конечно. Конечно, хотелось бы, чтобы их не было. В целом ветер у нас где-то 25-27 узлов, мы идем на рифах. Так, не очень спокойное море. Оп! Подрифились, идем, в принципе, нормально, стабильно. Из Доминики вышел какой-то сухогруз. Что-то везет, какой-то сухой груз. А? Что там идет? Сухогруз. Не любим мы сухогрузов. Ой, не любим мы. Особенно один конкретный сухогруз мы не любим, который нам в Пуэрто-Рико фонарем слепил. И дорогу нам перегородил. Ой. Кто-то надеется, что море – это ровная гладь. Всегда море вот такое. Иногда бывает ровная гладь. Так что те, которые мечтают о яхтинге, хотят свои ближайшие годы посвятить яхтингу, это вот так вот. Вот так вот сейчас там в лодке все летает. Потом неделю надо будет все собирать. Вторая куртка уже в ход пошла. Да. Тут штаны, опять не высохшие. Штаны мокрые. Не, штаны хорошо. Правильные штаны.
Да, погода меняется очень быстро, просто штиль, 30 узлов, 37 у нас был шквал. Вот так вот. И из голубенького, прекрасного такого вида, вот такое вот штормовое море. Ну, тоже хорошее. И вон они, шквалы, шквалы, шквалы. Но хорошо, что их тянет к Доминике, а мы идем к Мартинике. Нас тянет к Мартинике. 33 ветер. Кучку, похоже, заходит. 34. Рифим? Давай, рифим. Вообще не вижу. Да. Готов? Готов. Давай. Хватит? Да, хватит. Открыли стаксель. Вроде бы шквалить перестало. Открыли немножко стакли. Сколько скорость? 5. А ветер? 29-30. Может, еще приоткроем? Да. Хотя нет, он где-то 25 на порывах 30. Сейчас он стабильный. Давай еще что-то. Может, не надо? Давай. Полметра, не больше. Окей. Есть. Опять что-то там белое облачко. Нет, дождик идет. Ну, судя по моим очкам, да. Да. Что они говорят? Не знаю, вроде что-то между собой. А у нас тут еще вот один сюрприз сформировался, смотрите. Вот так вот он выглядит. И тянется очень длинным таким эшелоном. Но, по крайней мере, хоть где-то небо голубое проясняется, уже хорошо. Но это тоже нам дунет, поэтому мы парус особо не открываем, на рифы пойдем.
На платочки идем. Совсем или чуть оставим? Ну давай оставим чуть-чуть. Давай. Давай. Пошел, вовремя мы. Вошли под тучку, начали рифиться. 30. Еще рифим? Давай заберем рифим. Давай. Просвет, смотрите, небо проясняется, значит, там точно так шквалить уже не будет. Ох, вот это шквальнуло. Вовремя мы зарифились. Ночью не очень весело в такие шквалы попадать, потому что их не видно, а днем вообще просто их очень... Просто радость, да, ну, по крайней мере, их видно, и можно подготовиться. Мы вот Таксель начали рифить, зарифили его и пошел шквал. Мы включили мотор и убрали полностью стаксель, идем на зарифленном гроте и на моторе. И мы вообще без проблем прошли этот шквал. Я заавтопилотился. Уже? Да. Окей. Вон она, вон она. Птичка тоже в шквал попала. Но ей некуда рифиться. Сейчас к нам на палубу сядет. Да и хорошо бы, хоть отдохнула бы. Приземляется на нас. Давай, зайка, лети. Сдувает ее, похоже. Конечно, сдувает, там еще сильнее ветер. Я готова. Давай. Еще. Давай. Хватит? Хватит, да. Посмотрим сейчас, как поедем. Открыли парус, убрали парус, открыли парус, убрали парус. Что за погода сегодня? Прояснилось небо.
потому что надо ехать. Я готова. Давай, открывай. Еще? Сейчас проверим. Ну, давай еще. Хватит? Еще чуть-чуть. Еще, вот так. Сейчас посмотрим, как поедет. Вроде проясняется небо. Может, сейчас поедем постабильней. Сколько открывать? Пару метров. Отлично. Надо каретку поправить. Сейчас она сама отползет. Там вон дальше тоже опять облака. Нам там есть еще куда рифиться-то? Да, у нас много чего есть. Метр два у нас открыто. Я думаю, мы когда будем подходить к острову, стаксы, ну там естественно начнет шквалять. Убираем стаксы. Я думаю, что мы пока в остров не войдем, так его и не сможем поставить. Посмотрим. Да. Сколько открывать? Ну, минимум метр, а то два давай. Ветер опускается. Два. Отлично.
И дождь пошел. Дождь. Почти, смотрите, приближаемся к острову, осталось пару миль, сравняемся, будем уже идти под влиянием острова, 20 миль, и отдыхать. Мы сделали это? Нет еще. Давай дойдем. Подошли мы к Мартинике, закончилось влияние пассата, закончился свисток, который перед островом. В принципе, можно открывать паруса. Давай. Я готова. Открыла полностью. Пойду поправлю каретку. Привет, Мартиника! Что, и грот надо открывать? Грот как мы откроем? Развязывать будем? Неохота что-то. Там ничего это не заело.
Ну все, похоже, приехали мы в Мартинику. Ветер выключили. Сколько сейчас ветер? Ветер 5. Ветер 5 узлов. Мы до Мартиники еще не дошли. И все, он ушел. Вообще его нет. Пошел гулять во все стороны. Ветра больше нет. Снимаем парус. Поехали? Поедем сейчас. Я готова. Я тоже готов. Рифы сюда мне. Поднимаем парус на всякий случай, если все-таки ветер будет. Давай, давай! Быстрее, быстрее! Хорошо! Главное расслабиться. Поднимается, сейчас скоро красный риф пойдет. Куда пойдет? На прогулку. Нам надо, наверное, поправить желтый, потому что что-то он натягивается. Или нормально. Там вот у самой вдоль мачты. Так как мы попали... Ой, кто-то там, дельфины, что ли, прыгают. Так как мы попали в шквалы и воспользовались моментом, мы пришли на Мартинику, вернее, дошли до Мартиники раньше времени на час. И, если что, обещали после 18 часов ухудшение погоды и вот такие вот шквалы, которые мы сейчас наблюдаем. А сейчас еще только 17 часов. Опять не угадали наши прогнозисты с погодой. В общем, вот так вот. Мы сначала хотели остановиться в Сан-Пьере. Вот здесь вот, это ближайшая бухта, где можно на якорь встать. Ну, в общем, нам обещают не очень хороший прогноз погоды, и мы решили спуститься сразу южнее. Нравится мне это слово. Идем на юг. Юг. Южнее. Это где тепло. Не на север. На север мы больше не пойдем. Ну, где пошли на север как раз. Где пошли на север. Там, кстати, две лодки вдоль берега идут. Мы пришли на час раньше именно еще из-за того, что мы на час раньше вышли. Мы знали о том, что там будут шквалы, и мы умышленно в них пошли. Потому что
два пути. Или там ловить шквал, или здесь. Здесь бы мы уже устали бы. А там мы были еще свеженькие, да? После двухдневного перехода. А сейчас все, ветер, обещали южный, во сколько, в 10, да? Вечера, да. 10 вечера, а он уже сейчас вот прям южный, прям вот, прям по нашему курсу. Ничего, сейчас не видно. Привет, Мартиника! Какая красивая Мартиника, оказывается, зеленая какая, холмистая. Какие вулканы красивые, как же я раньше этого не замечала. Как ты прекрасна, моя любимая Мартиника. Поедем на вулкан обязательно. Хочу на вулкан. Поедем на вулкан? На Монтфиле. Мы идем уже вдоль Мартиники, нам на подходе выключили ветер, мы сняли паруса. Уложили основной парус, потому что сегодня ночью обещают ливни сильные, и завтра целый день обещают ливни сильные. И нам осталось пройти 15 миль до якорной стоянки, будем спать, отдыхать. Вот, а так вот она Мартиника, смотрите, какая зеленая, красивая, вообще давно мы здесь не были. Такая вообще красота, еще дожди эти, дожди, я рада дождям вообще. На всех других островах не было никаких дождей, как на Мартинике. В общем, вот, мы почти пришли. Встали трое суток мы гнали лодку сейчас, не трогая Дон Сайчайлон, да. Первый раз мы там прикорнули, второй раз поспали, третий раз. Не спали. Да, грубо говоря. Лодку переставляли всю ночь. Всю ночь переставляли лодку. Мы приехали на Мартинику. Ну, мы сюда на время. У нас есть два пути развития. Первый путь развития. Мы можем уйти в Гренаду или в Тринидад и Тобаго. А второй вариант, мы остаемся здесь на 3 месяца. Ничего не будем делать. Чего ты улыбаешься? Сейчас начать полы драить или как?